Школьники с 1 по 10 класс могут принять участие во Всероссийском фестивале «Силы российского движения школьников по воздушно-силовой атлетике». Соревнования пройдут в 5 возрастных категориях по 2 класса. Упражнения запланированы разные, например, подъем согнутых ног, подтягивание с рывком, подъем переворотом, подтягивание на одной руке и другие. Фестиваль будет проходить в 5 этапов. Сейчас идет прием заявок на школьный этап. Он продлится до января 2022 года. Следующие этапы состоятся в январе-апреле. Самые сильные и ловкие поедут на финальные всероссийские соревнования в Москву. Участники, занявшие призовые места в финальных соревнованиях, будут награждены дипломами и памятными призами. Если решил участвовать, сообщи об этом учителю физкультуры. Он зарегистрирует школу на sport.rdsha.rf, подаст заявку и организует судейство. Подробности смотри на сайте фестиваля.